От саженца до 20-метровой сосны. В среднем, чтобы хвойное дерево выросло, необходимо около 50 лет. Поэтому ульяновские лесники о восстановлении деревьев заботятся заранее. Особую роль играет этап подготовки. Прежде чем попасть в питомник, семена привозят в лабораторию. Здесь их проверяют на качество. Основное качество псевно – это всхожесть. Вот для семян сосны, семена сосны мы проверяем на всхожесть. Срок проверки от начала закладки на растительный стол до выдачи документа порядка 15 дней. Каждую партию проверяют и на посевные качества. Их по-другому называют дружные всходы. Если есть какие-то отклонения от нормы, сразу ищут причину. Как правило, это грибы. Сотрудники лаборатории сравнивают семечки со своими детьми. Если обнаружить болезнь на ранней стадии, можно избежать серьезных последствий. Посев зараженными семенами приводит к заболеванию всходов. Споры грибов, прилипшие к поверхности здоровых семян, способствуют распространению инфекции. Для проведения анализа необходимо правильно подготовить питательные среду. Мы готовим ее из среды чапика, потом закладываем на нее семена, ложим в термостат, тут температура выставляется 28 градусов, и в течение 7-8 дней, если присутствуют грибы, которые могут вызвать какую-то болезнь, они проявляются на 8-й день. Далее каждое семечко просматривается под микроскопом. Если выявляются грибы, вместе с документом о качестве специалист пишет рекомендацию. В основном советуют перед посевом обработать саженцы специальным противогрибковым раствором. Важна и среда, в которой проводят анализ. Кабинет тщательно дезинфицируют, все поверхности обязательно должны быть стерильны. То есть здесь совершенно стерильный кабинет, здесь обрабатывается как в хирургическом отделении, вот здесь лампы, они там внутри тоже есть. Здесь готовится посуда, она чистая, сперва она в автоклаве стерилизуется, потом в сушильном шкафу, потом, значит, обрабатывается еще у нас вот лампами все обрабатывается, потом мы только закладываем семена на проращивание. Ежегодно отдел Ульяновской лесосеменной станции проверяет около 100 партий семян лесных растений. В этом году их заготовлено больше 2500 килограмм. Таким образом, мы обеспечили Ульяновскую область семенным составом и также являемся первыми среди субъектов Приволжского федерального округа. Кроме того, на территории Ульяновской области на сегодняшний день функционирует порядка 22 питомников, но на 2021 год мы поставили для себя амбициозную задачу довести количество питомников до 30. Подготовка ведется по национальному проекту «Экология». Его основная задача, чтобы к 2024 году количество срубленных и посаженных деревьев было в соотношении 1:1. Александра Никитина и Владимир Куликов, Управда ТВ.